самое главное, поверить, что она не так просто может завалиться. А ступень? Ну вот, собственно. Левел 2. Медитация, спокойствие. Как обрести ясность? Внимание себя, внутренний покой. В социальных делах, в битве за урожай, можно так сказать. И принять друга с таким вот замечательным мечом. Остаемся, испытывая внутренний покой, радость и благодарность к жизни. Приходите в кадрёр, тренируйтесь, друзья. С 9 до 10 каждый день. День открытых дверей. Наши двери всегда открыты для вас. С 9 до 10. Хорошо. Присоединяйтесь.